теперь открываются вот такие виды. Бухта непосредственно прямо в полевую сторону. Дальше вот рыбаки сидят. Традиционно здесь котов много в балаклаве. Да и в Севастополе, по всему городу их полно, а в балаклаве, наверное, еще больше. Символ такой. Потому что рыбы много, много котов. Их подкармливают здесь. Вот экскурсия проходит на катере. Да, вот эти здания восстановить шикарным будет. Там вот сверху кто-то живет, похоже. Зелень там. Или это музей. Музей истории Балаклава написано. Но это на набережной Назукина. Это, похоже, с той стороны. Морской воздух чудесно, прекрасно. Красота. Вот она, усадьба, тоже старинная, усадьба Юсуповых. Сейчас вот в таком виде заброшенном, но все равно красиво. Это вот на той стороне рыбаки с сетями вон. Пришли с моря. Чайки летают. Рыбка для них там свежайшая. Ну и для всех желающих. И вот там за поворотом налево сразу вход в Балаклавскую бухту. Там уже дальше открытое море.
облачка, синее небо. Здесь в Балаклаве совершенно по-другому, как ты себя чувствуешь. Места такие интересные. Балаклава уникальное место, конечно. Такой маленький уголочек Италии с этими шикарнейшими видами. А, красота. Туда наверх, когда поднимаешься к башням, там открывается просто чудеснейшая картина, обзор на округу, на саму бухту, на саму Балаклаву, на открытое море, на окрестности. Тут с любой стороны, с любого уголка красота открывается. Вот эта мощная гора Таврос. И вот под ней как раз проходит этот туннель. Там канал. В советское время была секретнейшая база подводных лодок. Сейчас музей. И вот он, выход из музея. Выход канала. Виден вот там вот под горой. Здесь вот памятник такой стоит. Ну и дальше набережная продолжается. Там вот дальше пляж. Вот он, видим. А вот это на переднем плане. Это сети рыбацкие стоят. Вон лодочки рыбацкие. Здесь все для рыбной ловли. Ловят как в бухте, так и в открытом море, конечно же. Балаклава прекрасна в любое время года. Ну а летом так вообще шикарно. Тепло, море рядом. Можно искупаться, освежиться и в открытое море выйти, там искупаться в чистейшей воде. Туристы в Балаклаве круглый год. Памятник мужеству, стойкости советских подводников. Вот отсюда шикарно виден вход или выход из Балаклавской бухты. Дальше дорога сужается. С одной стороны гора. С другой стороны бухта. Красота! Балаклаву обожаю. Вот они, сети ближе видны. Видно, как они крепятся. Вот. Сейчас подойдем поближе. Вот такими тросами. И вот идут туда, в загон, так сказать, для рыбы. Волночки плещутся. В Балаклаве можно провести целый день.
чтобы здесь все облазить, наверное, даже и дня мало. Оттуда подняться на горы, там шикарные виды. Туда, дальше за горами, там мыс Фиолент. Очень красиво это все побережье, окрестности. Ну, как минимум, нужен день, чтобы все обойти, все посмотреть. Да не все, а так, основное, так сказать. Достаточно высоко здесь от дороги вниз. О, красотища. Сейчас подходим к выходу подгорному, который выводит канал музейный. Сейчас все посмотрим ближе. Вот здесь тоже шикарный вид на вход в Балаклавскую бухту с этого ракурса. Вот в какой ракурс не подойдешь, везде красиво. Прям глаза разбегаются. Для съемок здесь вообще непаханное поле, можно сказать. Вот, пожалуйста, открытое море. Видно прямо с набережной. Здесь, конечно, и волны бывают сильные. Вот как тут укреплены берега мощно. Высокая стенка, бетонная, каменная. А вот сама Балаклавская бухта извивается, и вот там за поворотом волны уже не доходят. Там совершенно спокойно, тихо. Сегодня же нет никакого шторма, сильного ветра, поэтому и в начале бухты спокойно. Такие небольшие волночки, вот они плещутся. Вот катер идет по направлению ко входу в музей, точнее к выходу, но он повернул сейчас. И вот из-за утеса вдали открывается вид на мыс Сая. Величественный, громадный, вот он виднеется. Конечно, видео и фото это все не передает, всю эту величественность, громадность. Все это нужно вживую смотреть. Вот он, мыс Сая, там с той стороны за ним смотровая площадка, трасса Севастополь-Ялта. Там дальше Батилиман, Ласпи. Южный берег Крыма начинается. А это вид с этой стороны, со стороны Балаклавы. Спящая красавица, мыс Ая. И вот он под массивной горой, скалой, выход канала, бывшей секретной базы подводных лодок. Сейчас музей. Вот под дорогой и туда, под гору идет этот канал.
Сейчас подойдем. Вот, пожалуйста, вот он. Волны там плещутся. Здесь огорожено, чтобы никто не свалился вниз. Вот он, видно. Выход. Когда экскурсии проходят, можно прям вот от начала, от входа, где я снимал, от входа в музей, вот под горой проплыть на катере экскурсионном. Вот это вот выход. Все это сооружение удерживало ядерный удар. Конечно, такая скала, гора мощная. И вот она выходит сюда, в открытое море. Ограждения здесь уже старые, ненадежные. Внизу плещется вода. И сейчас мы находимся как раз вот над каналом. Слов нет. Это нужно видеть, чтобы передать всю величественность. Вот они, рыбаки. А можно сказать, красота земная. Настоящая, природная. Вот сколько их рыбаков. Ну и прогулочные тоже, конечно. Ну и пройдемся в сторону пляжа. Здесь ступенечки. Так. Отсюда посмотрим. Вот он, канал. Выход из него. Вход в Балаклавскую бухту. Утесы. Мысая. Открытое море. Гора Таврос. Здесь можно спуститься, с берега половить тоже. Что люди делают? Просто полюбуемся, без слов.
Это нужно видеть. Это великолепно.